Ёб твою мать! Красотища какая! Моё яичко! Теперь у меня их целых три! Юля! Юля, пошли снова в Эндермир! Юля, нам нужно в Эндермир за элитрами! Вылази оттуда! Я ни в какой твой Эндермир или чё, куда тебе там надо идти, не пойду. У меня уже стресс от твоих драконов, сраного ада, меня там убили 7 раз. Но нам нужны элитры, ты же хочешь летать! Будешь летать! Не хочу летать, я хочу ползать под лестницей, мне больше ничего не надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Юль, ну вот смотри, какой милый текстурпак, это вот, он тебя зовет в Эндермир, давай, вылази. Ни хрена он меня не зовет, ты вообще на гоблина на какого-то похож. А ты на Дарта Вейдера. Кто не поставит лайк, тот лох. Да, ну куда же я не пойду? Давай, давай, выходи. Текстурпак уже поменялся. У меня, как вы видите, немножечко стресс. Я превратился в Дарта Вейдера. А мы идем за элитрами. Смотри, какая у меня хрень. Вот это да, это Дарт Вейдер с луком. Господи, что у меня такое? Еще есть бритва есть. Офигеть, вот это да. Ауч, поняла? Ауч. Юля, у меня 64 уровень, я не хочу его просрать, поэтому давай возьмем с собой побольше еды и будем кушать, Я не понимаю, что это, вот какой-то бутерброд, вот что это? Там написано какой-то китайский иероглиф, что это? Так, а, это хлеб, это я возьму, спасибо. Юля, держи тебе морковку, держи, я сейчас еще соберу и засажу заново. Давай соберем ферму быстренько, знаешь как? Через турборежим. Вот, и вот так вот у нас все будет расти, теперь все классно. Все, Юля, я теперь сейчас тебе сделаю хлебушек, точнее бутербродов специальных таких, знаешь, красивеньких. Мы с тобой выдвигаемся. Пошли, пошли, Юля. Господи, что тут за кошмар эпилептика? Вы, наверное, задаетесь вопросом. Жека и Юля, вы совсем дебилы, вы же идете в Эндермир, зачем вы идете в ад? Но мы пойдем в Эндермир через ад. Потому что в аду мы сделали типа метро, но не совсем метро, потому что у нас не было плотного льда, а просто дорожку до Эндермира. Ты слышишь, какая-то картошечка жарится? Тын-тын-тын, мы жарим картошку. Тын-тын-тын, вот слышишь, как будто жарится реально. Тын-тын-тын, мы жарим картошку. Ой. Или я просто голодная. Ты, наверное, сильно голодная. А дорога как будто из колбасы сделана. Реально, Юля точно хочет кушать. А вот и наш портал. И знаешь, Юля, куда этот портал ведет? Ну, конечно, ты знаешь, потому что вместе со мной это строила. Этот портал у нас ведет прямо в Эндермир. Юля, иди за мной, тут сделал лестницу. А где ты? Вот, я за тебя. Где? О, здорово. Пошли, пошли сюда. И здесь мы прыгаем в портал и попадаем в Эндермир. У нас с тобой сегодня реально серия, где мы все время путешествуем по порталу. Давай, иди, я тут постою. Давай, давай, прыгай, алло. Юля, видишь, вон там вот такой маленький-маленький порталис. Вот видишь, он там вот, порталис. Ну, на самом деле не вижу, но порталис что вижу. Да, Жень, там портал. Вот нам нужно в него, блин. Ой. Оу, вау, смотри, ля, капец. Ты видишь? Это у меня костюм волка. А ты видишь, что у меня в руке, капец? Че у тебя? Я, смотри, какая штука. Ты видишь? О, ты, смотри, я прям заряжаю какой-то бластер. Не только не в меня. Капец. Нам нужно достроиться до этого портала. Иди четенько за мной. И сейчас будем туда телепортироваться. Так, Юля, вот он портал. Ты что там? Ты мне сказал четенько идти. Я достаточно четко иду. Ты все это время четенько идешь? Молодец. Ну, Юля, да. Смотри, держи тебе вот это великое око. Держи тебе. У меня вот одно есть. А, да? Короче, давай тогда ты первая. Я не умру там? Нет, просто нацелься и кидай. Центр. Давай, 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 давай. Опа! Получилось? Да, я тут как бы страшно. Я их тоже кидаю. Уу! Капец, и смотри, это хорусы. Смотри, какие они странные. Давай добудем немножко хорусов. Юля, смотри, наша задача с тобой корабль. Летающий корабль в воздухе. Я бы тут сделал какой-нибудь столб, наверное, чтобы не потеряться. Нам придется с тобой строить огромный мост. Помнишь, как мы так давно еще на сервере делали? Вот нам такую же штуку придется строить сейчас. Юля, смотри по сторонам. Главное, не смотри глазам в Эндермен. Глазам Эндермен. Ну, ты поняла. А вот теперь уже меня текстурпак. Так, что это за текстурпак такой? А что это у меня все нарисованное такое? Как будто бы...
меня тоже глаз, смотри, какой смешной. Да, а блин, а мы такое уже, по-моему, где-то видели. Я не помню, именно этот текстурпак был, но очень похоже что-то уже было. Вот оно то, ради чего мы сюда пришли. Давай, давай, иди быстрее, давай, у меня 7 блоков осталось. Страшно, мне страшно. Юля, мы нашли то, ради чего мы сюда пришли. Я знаю, что на входе стоит один шалкер, поэтому давай его сразу кокнем. Даже два, Юля, мочи их, мочи, помогай, помогай. Вот, просто, кстати, ты получил какое-то достижение, будь как дома путник. И я тоже получил. Зайдите в город Энды, что тут может случиться? Да ничего тут не может случиться. Ну, Юля пару раз умрет, и в принципе нормально. Здесь элитр нету. Они находятся на корабле. Где у нас корабль? Я его только что видел, но уже и почему. А, вот вижу. Справа корабль. Да, смотри, он наверху, вон там. Только давай вначале убьем всех шалкеров, потому что они нам не дадут спокойно залезть на корабль. Я их бью, но они меня тоже бьют. На, получи говню, хлебушек кушай. Следи за хп, чтобы у тебя все время был этот. Ой, тут еще. У меня полное хп. Да, все хорошо. Ой, я куда взлетаю там. Я Гагарин, я улетаю. Я его убил, Юля, вот, где еще? Все? Да он снизу где-то там пердит. Ладно, пусть пердит. Что у нас тут? Эндер-сундук, давай эндер-сундук тоже заберем. Золото, алмазный шлем. О, алмазный шлем забирай, надевай себе сразу же, потому что... Капец, вот у тебя только сейчас получил достижение сыпь меня алмазами? Да. Блин, капец, у меня что-то его тоже нету. Ой-ой-ой, Юля, что за фигня? Ой, это что за... О, прикольно, мне нравится. Мне вообще не нравится, у меня сейчас глаза взорвутся. Что это за фигня? Капец, тут много шалкеров, Юль, тут их просто дофига. Юля, мне тут полная жопа. Я не стреляю. Я куда-то наверх взлетаю, просто капец. Я улетаю там уже в стратосферу, по-моему. Спаси меня, мочи их, пожалуйста, уничтожь их. А ты там где? Ты в самом низу? Да. А я на самом верху, это нормально? Я убила 4. А-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Пумс. Здравствуйте, Юля, здравствуйте. Короче, сейчас ползи, главное за мной, хорошо? Все, ползи, поползли. И ползи. Все, мы на самом верху, Юля, тут сокровища. Алмазы, алмазный меч, железные ботинки на проклятие несъемности. Просто офигенно. Так, ладно, хорошо. А у тебя алмазного меча нету или есть? Есть. Так, ну ладно, я его все равно возьму на всякий случай. Будем их скелетов бить, если что. Мы с тобой сейчас сюда поползем. Эти шалкеры будут нас подкидывать. Если ты вдруг... Я одного убила. Ладно, хорошо, план говно, поползли. Просто тогда поползли. Ты все сделала за меня. Пошли. Или залезай сюда. Да-да-да, мы идем на абордаж. Ой, мама родная, что это такое? Все из коровы как будто сделано. Да какое-то все кровавое, а не из коровы, ты что? Ой, что это такое? Ой, тварь, алхимическая стойка, да, я иду, я мочу его, Юля, я мочу его, на, а что с ним такое, смотри, не убивай, подожди, посмотри на него, иди сюда. Такой тупой какой-то, ладно, я его убил. Так, смотри, Юля, тут что у нас есть, железный шлем, седло, ну и, конечно же, самое интересное, Юля. Смотри, что. На тебе тоже, чтобы ачивку получить, возьми. Ой, прикольный. Ну что, давай. Нет, Юля, я не готов на этом заканчивать. Нам нужно найти тебе элитры тоже. А что это такое там, голова какая-то? Это голова эндер-дракона, нужно ее взять. Подожди, это важно. Я помню, когда я брал последний раз, я упал вниз и просрал все свои вещи. Опа, Юля, смотри, что у меня есть. Погоди. Здравствуйте, я мистер Какой-то дракон. Какой-то эндодик, а не дракон. У меня вообще-то глаз нет. Они по бокам у меня. Нам с тобой нужно найти еще один корабль. Вот что я тебе хочу сказать. Поэтому пошли искать. Юля, вот она еще одна крепость и еще один корабль. Только смотри, я тебе что предлагаю? Я предлагаю не идти в эту крепость, потому что там очень опасно, там очень много шалкеров. Нам нужны элитры только. Поэтому смотри, давай мы накопаем очень много блоков и просто туда построим столб. Как тебе такая идея? Катер какой-то, а не корабль. А почему у тебя очки твои вот они как-то над глазами? Да хрен его знает, а что это у меня? Это так модно вообще. Ладно, Юля, давай, я включаю турборежим и погнали копать блоки. У меня 43 пурпура и 55 эндерника. Так, хорошо, смотри, давай я тебе скидываю какие-то ненужные вещи, которые мне сейчас не понадобятся. Я туда построюсь на самый верх, и я тебе разолью водички, ты поднимешься. Ну что, я пошел строить огромный столб, Юля, ты там давай, присоединяйся, как только сможешь. Пока! Юля! А? Ты там внизу? Ну типа, да. Так, ну я тогда тебе разливаю воду. Ой, подожди, что такое? Так, ладно, я не вдаюсь в подробности. Я просто тебе разливаю водичку. Ты там поднимайся, хорошо, Юль?
Давай, давай. Мне же так страшно, на самом деле. Давай, 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 плыви. Ты только сундук не смотри без меня. А я ничего вообще не смотрю без тебя. Я только достроюсь и все. Ой, блин, тут же шалкеры, ёпарасоте. Блин, я все равно не могу. Давай, давай, откройся. Нет. Юля, одного шалкера я убил уже. Осталось убить второго, и все. В принципе, можно будет и уже идти. О, господи, ура. Здорово, Юля, пошли, пошли, иди сюда. Давай его уничтожим, мы его убьем. На! Не стреляй в меня вот этой какашкой. На тебе, на тебе, на тебе, на тебе. Идем. Я не летел. Идем. Наверх куда-то улетел. Ладно, да. Ты пока собирай элитры, а я его уничтожу. Где он? А как он собрать? Просто рамку сломай. Ой, тут какие-то штуки-дрюки. О, тут алмазы. Железо, изумруды. Слушай, это нам пригодится. Алмазные ботинки здесь, офигеть. Мир, смотри, как голова эндер-дракона. Если ты не поставишь лайк под это видео, тебя найду ночью и сожру. Раз, два, три, полетели, первый полет. А куда лететь надо? Водичку вот сюда давай, вот сюда водичку, и там уже побежим песочком. Я уже помню эти места, где-то здесь как раз таки должен находить... Юля... А почему мы такие тупые с тобой, скажи, пожалуйста? А понимаешь, прикол, знаешь в чем? У нас оказывается, все это время, прямо возле нашего портала, была крепость, ты ее не видела? А, не, я не видела. А сейчас видишь? А, так, так. А, так это наши крепости есть, мы просто по кругу с тобой прошли. А, мы тупицы. Это... Мы вообще тупицы. Мы с тобой максимально тупые люди, ладно. Пошли наверх, нам нужно залезть с тобой в этот портал, и мы с тобой попадем обратно в Эндермир, а из него мы попадем обратно к нам домой. Эндерперл у тебя имеется? Имеется? Так, ну все, я полетел тогда, пока. Пошли, 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 Юля. Мы с тобой... Я так испугалась, я думаю, что капец. Я тебе покажу телепорт прямо к нашему дому. Капец, Юля, у нас теперь с тобой есть крылышки. Это просто... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ё-моё, это что такое? Ой, пошли, пошли лучше домой. Фух, мы дома. Правда, какой-то текстурпак очень странный, но зато у нас теперь есть элитры. Это... Я считаю, прекрасно. Юля, смотри, а у меня крылья прям реально как перья такие, смотри. Я еще не могу смотреть, у меня Майнкрафт завис. Ну ладно, Юля там где-то в небытие застряла. А вы, ребята, обязательно ставьте лайки. Если вы не поставите лайк прямо сейчас под это видео, текстурпак изменится. И что, Юля? А, у меня титры. А, у тебя титры, ну там нажми на эскейп. Если вы сейчас лайк не поставите, вы тоже зависнете в другом мире, вот там где-то там. И там будет плохо, страшно, темно, и еды там не будет, туалета тоже придется писить. Писить себе в трусы это не очень круто, поэтому лучше ставьте лайк, чтобы не писать себе в трусы. Подписывайтесь на канал, тыкайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. Ну а с вами был Жека и Юля, которая долбит колокольчик. Пока.